канале Alicia Pictures. И мы нашли ресторанчик. Я думаю, в нем готовят прекрасные тапасы. Это типичная испанская еда. Мы сейчас все зайдем и просто их попробуем. Да! Итак, мы пришли в ресторан. Ким уже заказывает. Ким уже делает заказ. Давай. Ким, что ты заказываешь? Я заказываю себе. Удел чашечка чая, теперь чай. Было чай, теперь ты заказываешь себе. А я теперь луковый кольца. Куриную ножку. Давай. Куриную ножку. И картошка. Но это придется идти нам в другой ресторанчик. Заказ принят? Да. Нам принесли первое блюдо. Это какой-то очень вкусный бутербродик, конечно же, с хамоном. Хамон – это самая вкусная, классная ветчина. И она еще полита оливковым маслом. Вкуснятинка. Нам принесли картошечку, а картошка ужасно вкусная. Она приехали закуски. Ой, соусы разные. Это надо делать тостики. Бутербродики надо делать. Надо делать соусом, а потом класть вот это вот. Всякие разные штучки. Сыр и хамон. Нарезки разные. И потом сбрызгивать маслицем. Наших кальмарчиков мы побрызгаем лимоном. Ой, какая вкуснятина. Это такие вкусные кальмары. Они прямо, ну вот, вкус вот рыбы, живой рыбы. Это так классно. Это не замороженная какая-то фигня, а вот на самом деле настоящий кальмар. Обалденно просто, я еще хочу. С лимоном подушки. Эй, вы тут растащите мои кальмары. Ну как тебе, Томми? Как вам такой бутербродик? Вау. И сбрызни еще маслицем. Что такое испанские крокеты, это очень сложно объяснить, но это обязательно надо пробовать. Хрустящая корочка, а внутри кремообразная структура, ужасно вкусная штука из морепродуктов. Они могут быть совершенно разные. И вот в этом наборе здесь каждая крокетинка из другой рыбы. Вот этот именно конкретно набор крокеты из морепродуктов. Они могут быть из чего угодно, но вообще очень вкусно. Именно из-за хрустящей корочки и из-за мягкой внутренности. Обалденная штука. Крокеты! Я возьму сейчас. Алисия сейчас... О, сейчас меня крокеты все растащат. Вкусно! Дорогие наши друзья, вот я беру вот этот соус из сладкой паприки с чесночком, намазываю его на тостик. Потом я кладу немножечко вот этой вот обалденной хамоновской штуки. Теперь я возьму кусочек сыра твердого, обалденного, и сбрызну все это оливковым маслом. Главное не переборщить. Это совершенно восхитительный тапас. Было очень вкусно, мы наелись. Ставь лайк и подписывайся на канал Alicia Pictures. Всем пока!